19 октября в среду в Центре творчества детей и молодежи состоялось организационное собрание молодежного парламента при Слонимском районном совете депутатов. В состав парламента вошли 37 учащихся школ города и района, которые были определены по результатам выборов, каждый в своем учреждении образования. В помощь юным парламентариям 4 взрослых члена консультативного совета: Елена Борисевич, Анна Кислая, Ольга Игнатик и Наталья Логач. Ребята рассказали о себе, о своих проектах и планах в парламенте, познакомились друг с другом. Меня зовут Корнев Самир, мне 15 лет, я люблю спорт, учусь с удовольствием, люблю слушать музыку. Я Гущу Екатерина, люблю читать книги, слушать музыку, на данный момент усиленно готовлюсь к поступлению в вуз. Наш девиз – «Дорога осилит идущий». Мы члены общественного объединения БРСМ. Катя – человек прекрасный, есть и ум, и красота. Даже если день ненастный, скучно, дождь как из ведра, она скромно улыбнется и не даст вам унывать, словно утреннее солнце будет взглядом согревать. В прошлом году я уже состояла в молодежном парламенте при Слонимском районном совете депутатов. И моя предвыборная программа проходит под лозунгом «Молодость – ресурс, а не проблема». Человек чувствует себя молодым до тех пор, пока способен к творчеству, может менять себя и нести ответственность за все сделанное собой. Я предлагаю развитие самоуправления. Я был избран в школьный парламент, собственно, я там председатель. Желанием туда попасть было в первую очередь желание изменить школьную жизнь именно в своей школе и, собственно, возможно, потом как-то повлиять на жизнь школы, школ города всех. Просто хотелось бы привнести в школьный процесс, в процесс обучения больше разнообразия и интереса, чтобы все не выглядело скучным, нудным и однообразным, и именно для этого я, избрался в свой парламент. И именно в этом я буду работать. Начну немножко о себе, чтобы вы имели представление, кто я такой. В общем, человек, который, считает себя разнообразным, потому что увлекаюсь физикой и математикой, в то же время литературой и языками. Хочу предложить вашему вниманию несколько мероприятий, которые можно организовать и провести в рамках направления «Досуг». Проект «Фотошкола». Каждая школа делает фотографии на различные тематики. Лучший класс, смешные школьные моменты, любимый учитель, школьные друзья и многое другое. Лучшие фотографии можно разместить на Слоним ТВ, а также в группах ВКонтакте. Следующий проект – проект «Минута славы». Задача проекта – дать возможность проявить себя талантливым и творческим учащимся. Спасибо за внимание. Кроме того, я часто слышу о проблеме заработка среди подростков. Эту проблему тоже можно было решить. Вот, захотели вы себе купить, например, новые кроссовки. А у большинства единственный вариант – это просто попросить деньги у родителей. И чтобы избавиться от этой проблемы, я предлагаю предоставить возможность подросткам подработать и в летний период. Например, обучать желающих всех возрастов пользоваться компьютером. Photoshop, к примеру. Но где? И тут мы подходим к четвертому улучшению нашего города и области. Нам, опять же, при наличии бюджета, можно открыть компьютерный клуб с мощным оборудованием. Вот многие меня сейчас поймут. Вот вышла новая игра с графикой, которую ваш компьютер не потянет. А вы пришли в этот клуб и за умеренную плату поиграли там часик-другой или при отсутствии компьютера у вас дома просто позанимались. Здравствуйте, я Дубай Евгений, учащийся 11 класса средней школы номер 7 города Слонима. Я веду активный образ жизни, участвую в районных соревнованиях по легкой атлетике, в различных олимпиадах школьных, районных и также конкурсах. Цель проекта – формирование устойчивой мотивации подростков к здоровому образу жизни, ценностного отношения к своему здоровью и потребностям в здоровом образе жизни. Задача проекта – 1. Систематизировать и обобщить наши знания о здоровом образе жизни, привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни. 2. Способствовать формированию жизненно важных гигиенических знаний, умений, навыков и полезных привычек. Я отличница, серьезно занимаюсь белорусским языком, участвую в районных областных олимпиадах. Также в том учебном году я принимала участие в областной научной конференции «Край Тараденский», где вошла в призы.
Я увлекаюсь спортом, занимаюсь легкой атлетикой, езжу на областные соревнования. Я хотела бы успешно окончить школу для поступления в ВУЗ, чтобы иметь больше возможностей на реализацию своих идей. Я веду здоровый образ жизни, ведь я пример для моих друзей. Вместе с друзьями мы планируем организовать походы выходного дня, спортивные соревнования, акции против наркотиков и курения, чтобы привлечь как можно больше народа к здоровому образу жизни. Мой девиз – делай добро людям, к тебе обязательно придет удача. Первостепенная задача для себя в этом году и в следующем успешно овладеть знаниями по учебным предметам. Интерес вызывают такие предметы, как химия, биология и языки. Поэтому в будущем я хочу связать свою жизнь с медициной. Моя цель – поступить в Минский государственный университет. Я руководствуюсь такой идеей, что даже девизом. Если хочешь, чтобы твоя страна цвела и процветала, то приложи максимум усилий. Я пришел сюда, чтобы не просто для галочки, а чтобы приложить эти усилия. Также парламентеры выбрали себе председателя, заместителя председателя и секретаря. Ими стали Хилько Кирилл, средняя школа номер 3, Богуславский Даниил, средняя школа номер 5, и Воронович Анастасия, средняя школа номер 8. После чего ребята распределились по комиссиям. Всего их было 6. В каждой комиссии был свой председатель, заместитель председателя и секретарь. Первое заседание молодежного парламента второго созыва пройдет в декабре.